самый светлый, дорогой и любимый народный праздник, общий для всех. Расцветали яблони, груши, поплыли туманы над рекой. Выходила на берег Катюша, на высокий берег над крутой. В этом доме-интернате сейчас находится 5 ветеранов войны, и это огромная честь поздравлять их. Я это делаю с огромным удовольствием и душевной теплотой. Я вообще очень люблю наши советские военные песни. И надо сказать, что они так воспринимают это с таким теплом. Они из своих комнат, из окон нам аплодируют, кричат, браво! Это прям очень здорово. В темную ночь, ты любимый, концерт необычный тем, что это праздник, это на самом деле радость через боль. Я рад петь для ветеранов, я рад радовать их. Сегодня здесь их мало, но они герои, и для них выступать — это честь. Низкий вам поклон!